В Минске завершился юношеский турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта Андрея Курлыпа. За медали традиционного старта боролись не только белорусы. Конкуренцию нашим парням и девушкам составили гости из России, Казахстана и Германии. А перед началом соревновательной программы для участников чемпионата состоялся тренировочный сбор, в рамках которого ребята смогли принять участие в мастер-классах от заслуженных мэтров самбо. И удовольствие от кемпа получили все причастные. Я получил огромное удовольствие от совместной тренировки. У нас это называется мастер-класс, но неизвестно, кто кому давал мастер-класс, потому что так как они задорно тренировались, как они кувыркались, как меня бросали и били об этот ковер, то я скажу, мне было многому чему получить. По крайней мере, непосредственности и желанию веселиться, а не быть угрюмым, это я точно у них получился. На таких соревнованиях я лет на 5, на 10 моложе становлюсь, это точно. Занятие борьбой – это всегда почетно для ребят. Формируется вот личность от борьбы, потому что в тесно-плотном контакте и по жизни ребята потом уже и дружат. Закалка и тренировка, она все равно пригодится не только на ковре, но и в жизни. Отмечу, данный турнир проводится уже в третий раз и с каждым годом привлекает все больше юных участников. Здесь ребята совершенствуют свои навыки, закаляют характер и находят новых друзей.